Добавим магии в наши серые будни, тем более, что на дворе самое магическое время – святки. Сегодня мы не будем по старинке бросать сапоги или обнимать поленницу, а будем прибегать к самым современным методам, которыми владеет Наталья Шароварова. Я нумеролог, рунолог, мастер рун, энергопрактик. Работает это однозначно, потому что уже много лет я этим занимаюсь. А вообще я пришла к этому после посещения с вами Даши. Вы, наверное, знаете, это победитель 17-й, по-моему, битвы экстрасенсов. Одни считают, что характер – судьба. Наталья Шароварова уверена, что судьба во многом зависит от даты рождения человека. Число, месяц, год, код личности, благодаря которому за пару минут нумеролог может сказать о талантах человека, предназначении, узнать, в каком возрасте будут важные события, дать рекомендации, как улучшить свою жизнь. Наталья, ну мы с вами немножечко подготовились. Я дала вам свою дату рождения. И скажите, что по ней можно сказать обо мне? Ваша матрица по дате рождения полностью заполнена. Это говорит о том, что вы очень ресурсный человек. А единички говорят о том, что вы человек, которого все уважают, который собирает вокруг себя людей. Еще Наталья сказала, что я выбрала правильную профессию, так как очень общительный человек, что у меня должно быть много детей, и их у меня действительно четверо. Ну а если хочется улучшить финансовое благосостояние, нужно заниматься спортом. А вот три девятки ваши говорят о вас очень многое. То есть вы умеете красиво доносить информацию. То есть много информации в голове, интуиция, очень сильно развитая интуиция. Это вообще экстрасенсорные способности, по большому счету. Смотрите, три единицы и три девятки – это альфа и омега. Но самый любимый инструмент Натальи – даже не цифры, а руны. Это древний язык, который пришел к нам из скандинавской традиции. Руны – это трансформационный инструмент. Это прям настолько мощный инструмент, что я, наверное, думаю, что это самый мощный, потому что это древний язык программирования. Вот все, что состоит, вот это вот все то, что нас окружает, можно рунами описать. Поэтому, когда я спрашиваю их, они мне четко и прямо говорят на вопрос. Вообще, мне еще несколько лет назад сказали, что я, видимо, в прошлой жизни что-то с рунами имела какое-то отношение, потому что я сама к ним пришла. Это прям вот я понимаю их, как будто они со мной разговаривают. Конечно, попав к такой удивительной женщине, я не упустила возможность заглянуть в свое будущее с помощью ее рун. Давайте погадаем. Давайте. Не будем заглядывать в далекое будущее, попросим Наталью разложить на день сегодняшний. Что покажут руны, узнаем прямо сейчас. Алла, ваш день будет очень насыщенный. Откроются новые обстоятельства, которые помогут вам выполнить вашу программу на день. И он будет очень плодотворен. А руны говорят, иди маленькими шажками, делай, выполняй, и программа будет исполнена. И действительно, этот день был насыщен встречами и съемками. По чуть-чуть я собирала информацию, чтобы выдать ее в эфир в виде сюжетов для этой программы новостей.